Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня тема урока «Построение базовой выкройки женской юбки». Для этого нам понадобится миллиметровая бумага, линейка, карандаш и ножницы. Также для конструирования нам необходимы следующие мерки. Полуобхват талии, полуобхват бедер, длина юбки спереди, прибавки. Прибавка по талии 2 см, прибавка по бедрам 3 см. Конструкция нашей юбки идет на 46 размер. Начинаем конструировать. Ставим точку в верхнем левом углу, точку начала талии. Вниз откладываем вертикальную линию, которая равна длине нашей юбки. Шестьдесят сантиметров. Ставим точку N. Вправо от точки Т проводим перпендикулярную горизонтальную линию, которая равна полуобхвату бедер плюс прибавка по бедрам 3 сантиметра. Откладываем 52 сантиметра. Ставим точку Т1. Также откладываем горизонтальную линию 52 сантиметра по низу юбки. Ставим точку N1. Соединяем точки Т2 и N1. Откладываем точку высоты бедер. Высота бедер идет от 16 до 18 сантиметров. Откладываем 16 сантиметров. Ставим точку B. Проводим перпендикуляр до пересечения с вертикальной линией. Ставим точку B1. Находим боковую сторону юбки, передней и задней половинок. Для этого делим расстояние T1 напополам и вычитаем 1 сантиметр. 52 разделить пополам 26 сантиметров. Отнимем сантиметр. Откладываем 25 сантиметров от точки Т в правую сторону, ставим точку Т2. От точки Т2 проводим перпендикулярную линию до пересечения с линией низа.
на пересечении, ставим точки B2, N2. Теперь нам необходимо определить места построения выточек на задней и передней половинках. Для этого воспользуемся формулами. 0,4 умножить на BB2. Расстояние у нас равно 25 сантиметров. 0,4 умножить на 25. Откладываем от точки B 10 сантиметров. Проводим перпендикуляр до верхней линии на пересечении, ставим точку Т3. Б3. Рассчитываем местоположение выточки на передней половинке. Также воспользуемся формулой. 0,4 умножить на B1, B2 у нас равно 10,8 сантиметра. Откладываем. От точки B1 ставим точку B4. И проводим перпендикулярную вертикальную линию до пересечения с верхней линией. Ставим точку Т4. Для того, чтобы определить раствор выточек, мы должны воспользоваться формулой. Расстояние BB1. BB1, ширина нашей выкройки. От него мы должны вычесть полуобхват талии вместе с прибавкой. 52 минус 38, у нас остается 14 сантиметров. Это полный раствор всех выточек. Теперь мы должны распределить наши выточки по передней половинке, боковому шву и задней половинке. Распределяем в таком порядке. Половина всех выточек уходит в боковой шов. 0,5 умножаем на 14, получается 7 сантиметров. Мы должны отложить от точки Т2 по 3,5 сантиметра. Поставим точки Т5, Т6. По задней стороне распределяем выточки, умножим на 0,3, 14 общее расстояние выточек. Получилось 4,2 сантиметра. Распределяем в две стороны по 2,1 миллиметр. Ставим точки Т7, Т8. Оставшееся расстояние умножаем 0,2 на 14, и получается 2,8 сантиметра. По 1,4 сантиметра распределяем на переднюю выточку. Ставим точки Т9, Т10. Для того, чтобы оформить выточку на задней половинке от точки B3, откладываем 2 сантиметра,
ставим точку B5. Соединяем сначала прямой линией с точками Т7, Т8. После этого строим плавными линиями нашу выточку. Боковая выточка. Соединяем точки Т5, Т6 с точкой Б2. Сначала прямой линией. Делим нашу линию напополам. Откладываем перпендикуляр 0,5 сантиметра и строим выпуклую линию. Передняя выточка строится по такому же принципу. От точки B4 откладываем наверх 4 сантиметра, ставим точку B6, соединяем с точками Т9 и Т10 сначала прямыми линиями. Затем слегка выгнутыми. Теперь необходимо оформить линию верхнего среза юбки. Для этого поднимаем точки Т5, Т6 на 1,5 сантиметра. Ставим точки Т5. Т6 дублированные, точки Т7, Т8 поднимаем на 0,5 сантиметра. Т7, Т8. Точки Т9, Т10 поднимаем на 0,3 сантиметра. Нам осталось соединить все точки плавной линии.
На этом конструирование женской юбки закончено. До свидания. Всего хорошего.